Всем привет, Рамон Перес на связи, и сегодня в рубрике «Первый взгляд» игра The Flame and the Flood. А игра, если дословно переводить, звучит как «Огонек среди потопа», либо что-то подобное. Можно называть его «Лучик надежды», да, как угодно. Давайте посмотрим, что это. Вот, нам доступно, в принципе, прохождение, но не кампания, как обычно. А в случае с подобными играми компания недоступна. Это выживалка. Рассказывает нам про девочку, которую дом затопил. Ну, в принципе, потоп настиг, да. Вот, затопила дом, и она вместе с псом пробирается куда-то, да, соорудив свой плот. В то место, в то безопасное место. Что ж, вперед. Давайте посмотрим. В принципе, перемещаться на ВСД, как обычно. Здесь нам доступно использование огня правой кнопкой. Ну-ка. Так, можем сесть, поспать или взять уголь. Давайте возьмем уголь. Еще можно взять уголь? Нет, можно поспать или сесть. Так, понятно. Ладно, идем дальше. Давайте попробуем. Что тут еще? Кнопки какие доступные? Как нам залезть в инвентарь? На I, может? Да, I, отлично. Так, empty. Нету никакой конкретной цели, как я понял. Так, это наши показатели, наверное. Так, это огонь. Что у нас тут? А, это крафт. Смотрите-ка, сделать огонь, в принципе, разжечь костер, да, сделать нож костяной. И, в принципе, показано, что нам нужно. Чтобы разжечь костер, нам нужна одна деревяшка, ветка одна и камень, да? Окей. Так, что у нас с собой, в принципе? Ага, уголь. Так, вот еще какие-то вещи у нас есть. Веревка. Понятно. Так, и то, что на нас одето, да? Да, отлично. Ну что ж, двигаемся вперед, посмотрим. Так игрушка выглядит красиво. Так, информация по выживанию. Ну-ка. Ага, в общем, показатели здоровья, да, это голод, жажда, температура, и нужно спать, в общем, да, отдыхать. Понятно. Двигаемся, пес что-то лает тут. Так, ага. Могу взять. Отлично. В принципе, по пути, я думаю, мы будем собирать все подряд. Так, здесь у нас указатели. В общем, так, так, так. Ага. Ну, я английский не очень хорошо знаю, поэтому пропустим этот момент. В принципе, для игры, ну, именно открытия этой игры, недостаточно знать на высоком уровне английский, да? Вот, ну, конечно, для полноты ощущения лучше бы его подучить. Ну, ладно. В принципе, попробуем так попроходить, поузнавать. Угу. Можно так, так. В общем, в банке можно собирать воду от дождя, от реки, да. Понятно. В общем, можно собирать в банке всякие, ну, жидкость. Так, что у нас тут? Ну, банка, фильтр, собственно, для воды. Сплинт, это что-то связать, наверное. Вон. Окей, берем все. Будем набирать, пока что он лает тут. Что ты лаешь, пес? А, можно обыскать дом, смотрите-ка. Так, чисто, ничего нету. Так, Wolf Info. Информация про волка. Так, понятно. Здесь водятся волки, походу, да? Нужно быть аккуратней. Так, остальная информация. В принципе, быстрый доступ можно перетащить, да? Понятно. Фир стоит, консоль. Окей, вот сюда. Вроде как. Ну-ка, давайте попробуем, что мы можем туда перенести. Так, вот наш рюкзак. Вот, например, один. Не, нельзя. Ну-ка, один, если нажать. А, во, смотрите. Тихо-тихо, не надо ничего делать. Один, два, филджар, три. Ничего.
Понятно, сплинт, килджар, окей. Ну ладно, бежали. В общем, быстрый доступ можно сделать. Так, собираем дальше вот эти камыши. Так, чек кэш. Get task. New goal. Basic tools. Ага, отлично. У нас базовые инструменты появились, что ли? Давайте посмотрим. Basic tools. Campfire, отлично. Мы можем огонь сделать, да, вроде? Нет, тихо. Что это я хотел сделать? Не будем пока торопиться. Так, campfire, tinder. Tinder — это ветки, что ли? Давайте сделаем. Отлично, такая гитарка играет. Та-да-да. Аккорды такие. Давайте сделаем это веточки, видимо, да? Так, вот видите, веточки есть. Осталось доски найти. Пойдемте. Так, это что? А, информация по реке. В общем, плот наш. Ага. Так, плот можно чинить на станциях. Да? Ага. Окей. Ладно, двигаемся. Где наш плот? А, вот он плот. В общем, как я и говорил, девочка, в принципе, на плоту поплыла по реке и ищет место, где сможет выжить, переждать это смутное время. Ну ладно, вперед. Да, красиво вообще сделано. Давно я не играл в такие, да, не делал обзор. Так, тут мы можем управлять уже назад, это притормозить. Лево-право. Так, окей. Правой кнопкой, если зажать, быстрее поплывет. Ага, все. Понятно, так. Как я понял, тут можно причаливать к разным островкам. Вот, только пока непонятно где. Давайте будем аккуратно плыть среди этих мини-островков. Оп. Да, плывем себе вдаль. Музыка играет такая расслабляющая. О! Ой, быстрее начинает лодка плыть, обалдеть. Блин, тут, думаю, аккуратнее. Лучше нам не врезаться, да? Есть, наверное, повреждения у лодки, у нашего плота. Да, но игрушка выглядит классно. О, тихо. Оп, фух, чуть не врезался. Так, смотрите, счетчик у нас, показатели снизу. Справа дни. Так, давайте вон туда, налево. Оп, аккуратненько. Ах, вон там, наверное, залутать можно было, что-то нет. Ну ладно, будем внимательней. Главное не врезаться, как я понял. Потому что... А, вот, смотрите, там мигает что-то. Давайте попробуем. Эх, не получилось. Надо было там проплыть. Ладно, все еще впереди, я думаю. Притормозить. Машины какие-то. Так, а вот тут можно что-нибудь сделать? Нет? Не, ничего не делаешь. Так, вот у нас три значка, смотрите, появились. Справа рыба какая-то, прямо причал, налево лес. Ну, давайте вот так плывем. Направо тоже лес какой-то. Давайте причалим вон к лесу, что там-то за автобус какой-то. Давайте вот, я нажимаю, нет, туда поворачивай. Ну-ка, есть, фух. Причаливайте, в общем, к значку, нажимаете правой кнопкой и вылазите на остров. Так, все, что у нас тут? Так, нас предупреждали, что волки есть, интересно. Где они? Так, вот я вижу веточки. Так, нам нужно, кстати, разобраться, я думаю, с тем, как тут есть и пить, потому что я вижу, показатели-то падают. Так, ну пока все мирно, тихо. Веточки собираем. Погодка хорошая, но она, я думаю, меняться будет. Так, взяли. Это что у нас тут? О, горит костер, смотрите-ка. Так, вот еще цветочки какие-то. Так, ладно. Пес нам помогает, реально выручает.
Так, можно использовать костер. Взять угли. Давайте сядем, что будет. Вот, разложили наш рюкзачок. О, мы можем здесь, в принципе, что-то крафтить, да? Так, что это тут такое? Угу. Так, stick standard axe, abuse it to create. Shift split to help heal a break. А, понятно, это можно, в принципе, похилить. Так, фильтр для воды. Но у нас нету. Как же нам много всяких нужно предметов. Так, это что такое? Move to back. Ага, move to back. Веревка. Так, вот баночка. В принципе, баночку можно собирать воду, но только где ее взять? Так, смотрите, темнеет. Ну-ка, давайте откроем. Так, лут, слип, лут. О, старые доски. Их нужно забрать, я думаю. Все, забрал старые доски. Давайте посмотрим, что нам сейчас доступно. Так, вот он крафт. Да, нам не хватает флинта, камня, то есть. Вот где-то камни взять, непонятно пока. Так, что у нас тут? Ничего, да? Ну, в принципе, здесь нам понятно. Долго задерживаться не будем, пойдем дальше, потому что больше ничего здесь нет. О, кролик. Смотрите-ка, можно его поймать? Оп-оп-оп. Хватит. А, смотрите-ка, остров-то не маленький, оказывается, как я думал сначала. Так, тут можно поспать. А тут что? О, отлично, флинт. Берем все. Так, инвентарь полон. Слушайте, надо что-то выкинуть. Быстро наполнился инвентарь. Что мы выкинем? У нас 4 цветка. Это что такое? Ламп. Ага. Так, а слушайте, вот сюда можно же перетащить дальше. Так, это что такое там? Что происходит? А, там кролики, да? Так, лает пес у нас. Что он еще нашел? Эти растения. Давайте попробуем что-нибудь из них сделать, что ли. Потому что на кой нам столько. Так. Цветочки тоже. Цветочки можно поесть, но использовать точнее. Так. Давайте деревяшки туда же. Веревку. Вот сюда все скинем. Ох, смотрите, как темно стало. И давайте еще раз обычаем и возьмем камушек. Отлично. Так, ну это не совсем камушек, потому что камень это стон, а это, наверное, этот. Как же. Кремень. Вот, кремень, по-моему, да? Так, минус 10, смотрите-ка, у нас плюс 50. Ага. Минус 10. Ну ладно, не будем пока спать. Пойдемте дальше. А вот тут что, нельзя поймать ничего? Не, никак кроликов не поймать. Ладно, пойдемте дальше. Нам реально нужно научиться как-то пропитание изготавливать, либо находить. Так. Поплыли дальше. Кстати, советую в эту игру играть под чаек. Вот реально так атмосферно получается. Попивая чаек, так туда не получится нам заскочить. А, не получится уже. Ладно, плывем дальше. У меня у самого сейчас чай налит горячий. Зимой это самое оно. Так, опа. Хочет пить. Наша девочка, так. Да, надо что-то думать. Температуры пока все нормально. Ладно, аккуратней. Смотрите, как вокруг щепки. О, смотрите, базовая станция. Вон, станция ремонта, да? Давайте попробуем причалить туда. Попробуем, да, посмотрим. Так, а вон левее еще что-то интересное. В принципе, нам чиниться пока не надо. Давайте туда лучше тогда поплывем. Если бы там магазин был с продовольствием. О, пытаюсь притормозиться. О, назад жму вот изо всей силы. Вот прям, чтобы туда повернуть, куда надо. Во, получается вроде.
Опа, это что такое? Rain is coming. Ага. Да, ребята, это именно то, что получается. Дождь, в принципе, он нас намочит, и показатели улучшаются. Вот смотрите, что получается. Видите, мокнет персонаж. Давайте сюда причалим. Нам нужно скрыться в каком-то месте и переждать дождь, я думаю. Опа, аккуратненько. Оп, ребята, смотрите, тут класки какие-то собираем. Так, дождь не кстати вообще. О, автобус, может, в нем сможем переждать непогоду. Давайте, да, в автобус быстрее. Поспим, переждем дождь, попробуем. В принципе, как я понял, на островках есть вот такие домики, либо автобусы, где можно переждать непогоду. Вот видите, у нас получилось это сделать. Так, что он лает? О, какие-то травинки находим. Инвентарь полон, смотрите, пить хочет. Давайте попробуем тогда сделать костер, сможем? Можем костер сделать. Давайте разведем его. Отлично, что еще получится сделать? Ничего. Попить бы. Эх. Так, ой, смотрите, что можно сделать. Кукурузные початки. Отлично, это около костра. Так, а почему костер не развелся? Или я его только соорудил? Давайте посмотрим. Так, где-то... Надо смотреть, где костер. А, вот он. Оп, создать костер. Да, вот здесь. Слушайте, прикольно. Такая анимация интересная. Так, отлично, разожгли костер. Давайте приготовим. Кукурузные початки, или что это у нас получится? Вот они. А, кексы. Кексы кукурузные. Отлично. Ну, попить-то тоже неплохо было бы, на самом деле. Так, консом. Использовать, да, съесть. Так, поел. О, видите, увеличилось. Давайте еще поедим. А где попить? Оп. Чтобы попить, нужно использовать банку. Use. Ну-ка. Nothing to collect. Нечего собирать. Понятно. Так, ребятки, давайте-ка не засиживаться у костра. Нам нужна вода. О, колодец. Попробуем, ребят. Да, вот а. Drink. Отлично. Слушайте, все. Живем пока. Эх, смотрите-ка, один раз можно использовать. Только я думал банку еще набрать. Ну ладно. Что у нас тут? Так, старые... доски, еще что-то подобрали. Так, берем. Ну-ка. Свинка, ага, толкнуть, понятно. Покрышку толкнуть, так. Вот еще что-то мы нашли. Инвентарь полный. Давайте посмотрим, что еще можно вниз перетащить. Так, давайте вот эти цветки. Цветки скинули, початки. Так, все, вроде место есть теперь. Отлично. Так, New Discovery, значит, новое что-то можем скрафтить, произвести. Так, ну что тут? А, ну тут все распределено. Вот оно все. Газ-бомб. Газовую бомбу могу сделать, да? Прикольно. Ха, интересно, может это от волков? Так, лут, конечно же. Берем доски старые. Слушайте, я могу здесь бомбу изготовить. Давайте попробуем сделать бомбу. Я думаю, она пригодится, она отпугивающая. Вот, газ-бомб. О, пенициллин. Давайте пенициллин тоже сделаем. Наверное, она обеззараживающая. Так, и бомбу изготовим. Отлично. Все, готово, валим.
Слушайте, ну мы теперь разобрались, да, как нам не помереть от жажды голода. Ух, боюсь даже представить, что нас ждет впереди. Я про волков, конечно, которых нас предупреждали. Так, ну ладно, персонаж скоро у нас захочет спать. Ну, спать, поспать тут не проблема будет, я думаю. Так. Ну, вот еще что-то нашел наш пес. Собираем. А, советую собирать все, потом легче выкинуть, да? Чем нехватку испытывать в каких-то элементах, вещах. Вперед. Двигаемся дальше. Опять музычка. О! Слушайте, он туда причалит бы, да? Тут нужно назад нажимать и в сторону, какую хотите повернуть. Я думаю, да? Опа. Опа. Ну, чтобы попасть туда, куда надо. О, вот это что за музыка? Ха. Кантри такое, да? Так, направо вот я жму. И назад. Нет, нет, направо, направо. Ну, туда, да, мы должны поплыть, по идее, по течению. Аккуратно. Мы пока еще не врезались никуда. И не надо врезаться. Эх. Не получилось нам рыболовное какое-то место заплыть. Смотрите, красные глаза такие вокруг. Оп, аккуратненько. Плывем вперед. Навстречу приключениям. В поисках дома. Оп. А. Вот так. Первый раз врезался. Да, вот такие могут быть, в принципе, столкновения с окружением. Так что не думайте, что вы не можете разбить свой плот. Его можно разбить, и еще как. Вперед. Прям атмосферно реально сделано так. Плывешь, музыка играет. Девочка и собака. О! Нет! Вот, отвлекся ненамного. И все. И понесла тебя бурная река. Реально огонек среди потопа какого-то. Тем временем мы живем 2 дня. Слушайте, нам надо подремонтировать нашу. Как я считаю. Наш плод. О. Эх. Куда же несет? О, есть хочу. Эх. Ребят, не получилось у меня. Видите, как бурная река меня снесла. Не получилось починить плод. Заплыть в эту гавань. Ну ладно. Ух, надеюсь, что-нибудь тут найду для плота. Так, что у нас тут? Загадочно тихо. Так, бомба у меня на месте. Да, бомба на месте. О, вот, смотрите, могу кинуть. Но я не буду кидать, не хочу кидать. Так, фу, убрал. Так, покушать бы, покушать. Так, вот еще что-то нашел. Инвентарь полон. Давайте покушаем, раз он хочет. Наш персонаж. Так, а у нас ничего нету, наверное, да, поесть такого. Кроме початка кукурузного. Консум. Ну да, что делать. Покушаем. Так, съел. Мутубэк. А, еще раз. Покушаем кукурузки. Да, этого мало. Так, виноград, да? Давайте его тоже покушаем. Отлично, чуть-чуть поели. Но нам нужно что-то существеннее, чем этот. Так, вот кексы какие-нибудь, например. Было бы неплохо. Так, давайте обыщем. Тут поспать. А, слушайте, нам надо поспать. Видите, мигает уже. Нам нужен отдых. Да, вот чем больше спишь, тем больше жажда, голод. О, ну ладно.
Так, отлично, бумагу нашел. Пауч. Так, давайте попробуем что-то еще. Так, бумага. Ага, дрова. Так, отлично. Давайте еще раз возьмем пауч. Так, шиметика это журнал. Окей. В журнал добавлен новый предмет, видим. Так, вороны эти кряхтят. О, алкоголь. Так, алкоголь. Давайте возьмем, может, из него что-то можно сделать. Так, что можно сделать? Юз. Так, максимум. А, увеличится вроде. Увеличится вместимость моего рюкзака вроде. А, да, отлично, смотрите, ребят, на 16 уже. Вот это меня радует. Да, это, видимо, фишки какие-то я нахожу. По пути. О, кабаны. Один кабан. Так, ну ладно. Опа, тихо. Ну-ка, иди отсюда. Иди отсюда. О-о-о-о. О-о-о. Где, где, где? Бомба. На, бомбу. Держи. Получай. О, я еще из себя. Так, надо бежать. Ух, это кабан, а. Давайте быстрее, быстрее, быстрее туда. Быстро в автобус. Обалдеть, я его оглушил. Почему не могу ударить, непонятно. Мне нужно оружие, видимо. Так, кабан. Кабан, быстрее. Оп. Давай, бежим, бежим. Оп. Оп. Нельзя попасть под кабана. Фух, промазал. Бежим. Бежим. Хочет есть. Обалдеть, тут не только волки позорные, опасные, но и кабаны. Фух, вроде отделались, да? Быстрее нужно принять. Мало ли он нас заразил. Ух. Конечно, попробуем это перебинтоваться или... Так, что у нас? О, боги, я помираю, смотрите. О, есть бы что-то. Вот, быстрее. Давайте, так, алоэ. Алоэ от всех болезней спасает обычно. Так, Дейл Трампер, так. Это что такое? Алкоголь, может, он поможет? Отлично, пьяная еще у нас девочка. Живи, живи. Нет, нет. Все, ребятки, на этой ноте прощаюсь с вами. Вот такая игра. Сначала может показаться мультяшной, простой в прохождении, однако не тут-то было, так что, ребятки, 100 раз подумайте, прежде чем вступить в эту игру и попробовать себя в выживании. Вот оно, настоящее выживание. Ха. А с вами был Рамон Перес на связи. Пока-пока.